перебивай меня. Не, пожарная лестница только с этой стороны. На той стороне нету. Там побежал, сказал, что ничего хорошего. Что там все вообще просто с какой-то бешеной скоростью. Оно все горит. Даже нет, горит, и между этими уже не идет, там внутри все было. А что седьмого тогда? Ему бежал, говорит, надо седьмого эвакуировать. Ну, пожалуй, может, пошел седьмого. Так надо верхние этажи эвакуировать в первую очередь. Ты хорошо, что мужики, а представь.